Привет, это VMBox. Сегодня мы с вами VRChat, и мы пробуем DecaMove на основе мобильного телефона. Технологию, которая позволяет за счет вращения бедер перемещаться в желаемом направлении. В сравнении с тем, как мы это делаем по направлению руки или головы. Вот я могу спокойно махать руками в любые стороны, вертеть головой, но идти только вперед, потому что вот эта стрелка снизу указывает вперед. Это трекер телефона. Соответственно, я могу повернуть бедра вот туда, направиться. И нажимая вперед, идти все равно назад. Сомнительное достижение, не правда ли? Вот я могу спокойно намахивать руками, вертеть головой в любую сторону, но перемещаться строго туда, куда указывают мои бедра. Итак, давайте посмотрим на технологию. Вот стрелочка. Я нажимаю стик вперед. И мы... Вот. Руки мои здесь. Мы поворачиваем корпус. Вот. Голова моя направлена вниз. Она не направлена в сторону. Я иду не по голове. Руки тоже не участвуют. Так. И вот мы пошли. Так. И вот тоже. Руки вообще можно убрать. Нажимать только стик. Немножко уточнение прямо из самой гарнитуры. Если вы зайдете в Deco Hub, то вы можете помимо трекинга по телефону использовать еще и трекинг по контроллеру. Я взял один контроллер, закрепил его на поясе, так сказать, и выбрал его как трекер. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот мы смотрим. Я смотрю в любую сторону, но туда, куда указывает мой контроллер, только туда я и перемещаюсь. Еще раз. Плюсы, минусы. Их нужно поискать.
В всяком случае, это привычнее.